Итак, сегодня у нас такой экспонат. Это клавиатура Оклик. Посмотрим на нее. Ну, чисто пацанская. Чисто пацанская. Вы посмотрите. Как на печатной машинке. Клево. Сейчас мы поставим все и будем гамать. Тест онлайн. Достаем пацанскую клавиатуру. Единственное, Enter я такой не люблю. Низкопрофильный. Вот здесь покруче. Итак, мы просто берем, напросто втыкаем. Сейчас. Отлично, она сразу же отображается как USB клавиатура. Все очень просто. Caps Lock, Num Lock. Все запускается у нас. Не, ну чисто пацанское. Так, здесь, как мы видим, разъем для батареек. Ну, он должен был здесь быть. Батарейки достать не получится. Что такое? На, нахуй, нет у нее. А вверх запаян. Запаян. Так, вот такие ножички. Вот так стильно. Отлично. Вы посмотрите, блядь, охуенно. Охуенно, классно. Здорово. Что еще можно сказать? Ну, вот так вот сверху вы сидите, геймер такой, да? Нормально. А вот моя бывшая, да? Короче, сейчас запустим. О, елочка. Да, все клево. Как видим, все у нас замечательно. Замечательно, сильно. Главное, сильно. Самое главное. Вот так вот мы можем гамать в наш любимый тест онлайн. Короче, блядь, охуенно. Смотрите, вот вин, все работает. Винлок, хопа, все. Ну что еще можно добавить? Хайповая клавиатура. Если, допустим, у вас у сына день рождения, он вернулся с армии, можно подгон такой сделать. Это очень, очень весьма даже...